Похоже, это лето решило доконать нас окончательно. На следующей неделе синоптики обещают плюс 30. Спасения от солнца не будет. Сегодня мы вышли в город, чтобы узнать у саратовцев, как они спасаются от жары. А у нас есть пистолет. Да, вы хотите, да? Тоже мы немножко, мы сегодня всех расстреливаем, чтобы у вас не было аллергии. Спасибо. Да, пожалуйста. У нас любовь остужает. Зимой греет, а летом остужает. А что вас освежает? Танцы. Танцы? А может быть, вас освежит наш суперводный пистолет? Давайте. На улице так жарко, как вы спасаетесь от жары? Ну, как обычно. Не выходим на улицу днем. Но вы сейчас на улице. Ну, сейчас уже не жарко, сейчас хорошо. Сегодня ветерок. Давайте мы вас немножечко побрызгаем. Ну, давайте только в голову. В голову? Да. Целимся сразу в голову. Это контрольный. Контрольный. Контрольный, давайте так. Чуть-чуть. Вам хорошо? Да, нам тоже хорошо. От них получаешь больше удовольствия, так можно использовать два пистолетика. О, два пистолета? Да. Лучше, чем один. А можно я вас побрызгаю чуть-чуть, а вы меня прямо издалека? Хорошо, конечно. Давайте. Кто кого попадет, да? Я вообще считаю, что когда человек идет по улице мокрый, это некультурно, неприлично, неэстетично. Да? Я считаю, надо запретить. Если я стану вот с политиком, да, то я обязательно первое, что я сделаю, запрещу вот эти водные пистолетики. Дружочек наш, остудись вот. Ему теперь тоже хорошо. К моему глубокому сожалению, я до сих пор продолжаю изнывать от жары. Все, я поняла, я пошла. Всем пока.